Всем огромный привет, рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня посылка по второму каталогу Avon, и я заказала несколько новинок. Мне пришел приз-сюрприз, узнала я о нем совершенно случайно, буквально в последний момент вписала код, и пришел подарок. Итак, первая новинка, с которой я хочу начать, это лимитированный выпуск помад. Матовое превосходство. Приходит помада вот в таком оформлении. Я себе заказала оттенок Hibiscus Blossom. Так, приходит она в красивенном оформлении. Вот так выглядит данная помада. Боже, какой красивый цвет. Вы только посмотрите. Такой нежно припыленно-розовый оттенок. Просто отличный. Так, сейчас я нанесу его на губы. Ну, поскольку матовую линейку я очень люблю, помада, точно знаю, что меня не разочарует. Красивый получается нежно-розовый оттенок, особенно выигрышно он будет смотреться на светловолосых девочках, ну и я думаю, когда летом кожа будет более загорелая, он тоже будет смотреться интересно. В целом, сама помада мне очень нравится, ну и цвет очень носибельный, на каждый день вполне себе будет хорошо. Ну а данная лимитка у нас выходит в дуэте с новой водичкой женской, называется она Her Story. Это у нас идет парфюмерный аромат в объеме 50 мл. Данный аромат у нас шипрово-цветочный, и сюда входят нотки розового перца, ириса и пачули. Достаточно интересная парфюмерная вода, но точно она подойдет не каждому, потому что, ну, сами по себе шипровые нотки, они достаточно агрессивные. Ну и как по мне, то аромат не совсем такой весенний. Я представляла, что он будет, конечно, чуть более нежнее, полегче, но тем не менее аромат оказался достаточно такой ярко выраженный, броский, очень такой остренький. Итак, давайте распакуем и посмотрим, как же выглядит сам флакон. Ну и сам флакон. Выглядит он у нас таким образом. Как-то странно, но в самом флаконе здесь как будто бы какая-то пыльца. Непонятно, что это за пыльца. В общем, вот так выглядит сам флакон данного парфюма. Красивое такое лаконичное оформление. Очень необычно смотрится вот это вот розовое трубочка внутри. Давненько такого не было, но у Avon такая практика уже была. Как всегда, крышка скрипит. Да, аромат очень такой сладенький, немножко навязчивый, но я точно знаю, что сердца очень многих девочек он точно покорит. Ну и такая прелесть на туалетном столике будет также радовать глаз. В этом каталоге можно было заказать специальные сеточки для кистей. Приходят они вот в таком пакетике. Ну и, собственно, таким образом они выглядят. В них удобно хранить кисти. Кисть сама не теряет формы. Также можно мыть и сушить в этих сеточках. Будет хорошая циркуляция воздуха за счет такой пористой текстуры. Ну и, собственно, удобное хранение кистей. Вот такой наряд для кисточек можно было заказать в каталоге номер 2. В качестве приза-сюрприза мне пришла водичка Pure Blanca. Это у нас Pure Blanca Blush. Она у меня пойдет на продажу, поскольку вообще серия Pure Blanca как-то это не мои ароматы. Я к ним абсолютно спокойно отношусь, можно сказать, равнодушно, поэтому у меня он точно не задержится.
Также я заказала на продажу еще две миниатюрки. Это Cherish, классическая первая версия аромата, очень популярная и удобно брать с собой в сумочке. И заказала свой любимый аромат Rare Flowers. Данные миниатюрки идут в объеме 10 мл. И тоже буду носить с собой вот эту вот красавицу. Потому что все равно полный флакон таскать с собой как-то неудобно, а вот такую малышку вполне себе можно. Аромат очень интересный, стойкий, шлейфовый. Очень мне нравится, просто потрясающе. Это черная орхидея. Отличный, отличный парфюм. Вот такие две штучки. Cherish тоже пойдет на продажу. Ну что ж, Avon не перестает нас радовать. И в линейке Encanto у нас выходит новая серия продуктов с красивым названием «Кашемир». Это у нас ежевика и мускус. Я взяла на пробу гель для душа. Как всегда, он будет беспроигрышным вариантом. Ну и, конечно, сам аромат мне понравился очень. Очень он такой вкусненький, сладенький и чем-то мне напоминает серию «Нефритовый цветок» и «Шелк». Тоже думаю, аромат будет божественный. Буду пользоваться этим гелем с удовольствием и однозначно его рекомендую попробовать вам. Да и вообще любое средство из этой серии, я думаю, аромат понравится именно тем, кто любит такие сладенькие, насыщенные, вкусные ароматы. Но еще на продаже я заказала одно средство, я точно знаю, что оно у меня уйдет, потому что оно очень многим нравится. И в этом каталоге было по привлекательной цене. Это у нас идет вот такой увлажняющий крем с тональным эффектом, здесь идет SPF 20. Данное средство идет в объеме 50 мл. Очень многим оно полюбилось, и поэтому заказала его сейчас, потому что в следующих каталогах, возможно, будет дороже. Итак, вот такой у меня получился заказ по второму каталогу Avon. Он достаточно скромненький, мне хотелось бы больше, но как-то больше не получилось. Из новинок больше всего мне хотелось попробовать аромат Her Story, но точно он не будет моим любимчиком, просто это, ну, не мой аромат. Он пойдет также на продажу, предложу его своим девчонкам, надеюсь, что им понравится. Помада интересная серия, лимитка очень красивая, поэтому тоже их рекомендую. Оттенок достаточно такой носибельный на каждый день. Ну что ж, на этом сегодня все. Жду вас в комментариях, обязательно делитесь своими впечатлениями, какой вам пришел приз-сюрприз по второму каталогу. Увидимся в следующих видео. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. На лице у меня сегодня BB от Garnier, поэтому все же он немножко уходит в желтизну. Видна разница, но я думаю, что ошибки случаются у каждого.